служении всякое движение в храме прекращается. Все обязаны войти непосредственно в храм, встать на свое место, ни в коем случае не сидеть, углубиться в молитву, приготовиться к богослужению. Прежде, нежели начнешь молиться, приготовь себя и не будь как человек, искушающий Господа. Опоздавший на эти 7 минут стоят в притворе до самого начала богослужения, и только после этого могут войти непосредственно в храм, очень осторожно, никого не задев и не смутив. Впредь не допускать подобных опозданий на эти 7 минут, иначе считать полное опоздание. Деяния 15 глава 20 стих. Чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. В случае опоздания на богослужение и в случае пропуска богослужения и особенно воскресный день по неуважительной причине, уважительность причины устно может определить наблюдатель или староста. Обязательно писать подробную объяснительную на имя старосты. 1 Петра, 3 глава, 15 стих. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы ко всякому, требующему у вас отчета, в вашем уповании дать ответ с крепостью и благоговением. Когда на нашем богослужении отсутствует служащий священник, то все равно весьма желательно и полезно всем членам нашей общины быть на богослужении именно в нашем храме. Евреям 10 глава 25 стих. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещать друг друга, и тем более, чем более усматривайте до приближения дня онного. Форма одежды. Если сверху рубашки надет костюм, то, проходя мимо наблюдателя-исполнителя, обязательно расстегнуть костюм и показать, что рубашка на выпуск из пояса. Любые надписи и рисунки, кроме изображений растительности, категорически запрещены для входящих в церковь. Запрещается носить просвечивающуюся и плотно прилегающую одежду, джинсы, для входящих в храм. Обязательно сестрам иметь на голове 2 платка, под булавку, по форме. Свитера можно одевать только под рубашку. 1 Коринфянам 14 глава 40 стих. Только все должно быть благопристойно и чинно. А нарушителях устава и решения собраний, и решения закона приходского совета наблюдатели и смотрители обязательно в письменном виде уведомлять церковно-приходской совет. Галатам 6 глава 1 стих. Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такого, в духе кротости наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенными. Незнакомых людей приводить на наше богослужение разрешается только после проверки этого человека по документам и после посещения его у него на дому и после разрешения старосты и владельца дома, где проходит богослужение. Деяния 5 глава 13 стих. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ поставлял их. Детей обязательно сводить в туалет до начала богослужения. Самым маленьким разрешается в холодное время заходить на кухню с родителями для надобности. Целлофановые шуршащие вещи в храм не заносить, в храме соблюдать полную тишину, застежки молнии и прочие издающие шум раскрывать и закрывать до входа в храм. Когда строится храм, настроения употребляемые были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. Мужчинам и даже отцам не входить в комнату кормящих матерей. 1 Тимофея 2, 2 глава 9 стих. Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. Вещи в храме не забывать и не оставлять. Храм никому не открывать, чтобы взять забытые и оставленные. 1 Петра 4 глава 7 стих. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Решение годового собрания 27 октября 2002 года. Церковная дисциплина. Так, кто еще может считать? Четко, раздельно, слово от слова. Да ты не увидишь даже, если тебя плохо видно. Давай, Ливия. Громче только, поближе. Близко подойди. Первое. Торговля категорически запрещена в храме и в церковной ограде. Второе. В храме не разрешено. Так, ты и дальше. Ну давай, ладно, в церковной ограде. Я буду считать, откуда взят. Евангелие от Иоанна 2,16. Матфея 21.12, 6 Вселенский собор, 7, 76 правило. И 7 Вселенский собор, 5 правило. Второе. В храме не разговаривать даже шепотом. 100-главый собор, 14.38 правило, 6 Вселенский, 70, 1 Коринфянам 14.34.
Третий. Пост строго обязателен для всех христиан и оглашенных. Апостольское правило 69-е, правило Тимофея 8-е и 10-е, это правило, не послание. 6-й Вселенский собор, 58-е, книга «Новая скрижаль», страница 248-я. Нарушающий пост отлучается от причастия на 2 года. Настольная книга священнослужителя, 1-й том, 535-я страница. 4-е. В алтарь мирянам и женщинам не входить. Лаодикийский собор, 19-е правило, 43-е. 6-й Вселенский собор, 69-е правило. 5-е. Свечи только чисто восковые, без малейшей примеси. Книга Левит 10.10, Исход 27.20, Апостольское правило 72, Иезекииля 22.26, Новая скрижаль 43, Семена Солунского, глава 25, 134. Елей натуральный, не вазелиновое масло. Стоглавы 44-47. При возгласе «Оглашенные, изыдите, им выходить в притвор, также и отлученным за грех, кроме куб настоящих». Неокисалийский собор, 5-е правило, 1-й Вселенский, 14-е, Карфагенский, 58, Новая скрижаль, страница 50-я, 52-я, 196-я, 358-я. На богослужение не опаздывать, не уходить до окончания. Неокисалийский собор, 5-е правило, 1-й Вселенский, 14-е, Карфагенский, 52-е. Опоздавшие верные стоят в петлов, да оглашенные изыдите. На молитве стоять благоговейно, ноги вместе, не подгибая, не оглядываться, руки не держать сзади, поклоны строго по уставу, детям не создавать шум, мужчинам не носить галстук, женщинам мужской одежды. Второзаконие 22.5, 6-й Вселенский, 96-е, Стоглавый собор, 38-е, 90-е правило. Всегда быть в поясе, рубаха на выпуск. Первое царство, 18.14, Ефесянам 6.14. Женщинам строго платок, волосы совершенно закрыты, руки закрыты до кистей, край платья не выше 10 сантиметров от земли, никаких украшений и косметики. Крещение совершается только над прошедшими катехизацию, над истинно уверовавшими в Иисуса Христа. Павла, правило Павла, 14-е. Лаодикийский, 45, 47-е правило, 6-й Вселенский, 78-е. Полное трехкратное погружение, обливание, мочение, заключение не признается ни неуверовавшие, ни погруженные, считаются некрещенными. Вот это. Апостольское 52-е. Все таинства и требы совершаются бесплатно. Для неверующих не совершается ни крещение их детей, ни отпевание, ни других треб и таинств. 2 Коринфянам 6, 14, 15, 6 Вселенский 96, 7 Вселенский 8, 1 Вселенский 2, Апостольское правило 47, Василия Великого 1 правило, Новая скрижаль, страница 365-я. Строго и во всем соблюдать главенство мужа при подходе ко кресту, к причастию первое. Без нужды 3 воскресных дня кряду презревший богослужение отлучается. 6-й Вселенский 80-е, Гангрский 5-е, Антиохийский 2-е правило. Табакокурение, пьянство, бродобритие, волшебство, зрелища запрещены. За порядком в храме наблюдают старосты и стражи у дверей. Числа 1.53, 8.26, Деяния 5.13. После окончания богослужения подойти к незнакомым и вновь пришедшим, оказать внимание, по возможности ответить на вопросы. Вот коротко. Достаточно эти правила знать, уже в церкви будет полный порядок. Но мы пока ни одной церкви, кроме нашей, не знаем. Где бы соблюдались правила? Как? Пришел, ушел. Я вчера вижу, вот в очередь становится уже идти полдвое. Ваня Большой вышел отсюда, посмотрел вокруг, меня видно, не видно. Все. Все-таки на всякий случай фуражку повернул. Там никого нет, он опять развернул козырек, прям видно, как делает. Но явно дело, что дело не в памяти, ни в чем, а на своем настоящем. Видит все так, никто не смотрит. Раз из-за козырька, он ему век не нужен. У русских козырьков, вражек таких козырьков никогда и не было. Но попало в руки, теперь я буду подражать иноземцам. У них непрерывно палящее солнце. И там было это как раз и необходимо. Так, у нас еще время есть. Батюшки нет. Видишь, как сделали, а то она, у нее волосы выбились. Просто все ребятки у нас
пояски делать, веревочки, чтобы сбоку были, слева сбоку веревочки, где завязки эти. Так, Андрей маленький где? Он на улицу вырывается, не выходя отдельно. Я говорю, поясок поверни, чтобы завязка была сбоку, слева. Ты направо тянешь. Но в церкви не оглядывайся. Вчера вывернулся и стоит, рассматривает. Ты забыл, что в церкви находишься. Да, отойди. Нехорошо. Простые правила. Ты куда пошел сейчас? Иди сюда рядом стой. Не садись никогда. Зачем? Тем более, нужды никакой нет. Ты молодой, здоровый, крепкий, как... Настя Тихонович. Трущев. Настя Тихонович. Я посмотрел, сегодня как боролись там. Он борется, он как будто бы секцию Бог входил в борьбу. Да, да. У него зачатки есть. Ну да, он захваты такие делает. Ты в духовном такой же будь. Падает, катится, а убить его очень легко. Тунис есть такая страна, там... на другом континенте. И там много туристов, русских много. Ну, конечно, тепло и прочее это. На пляже люди ничего не думают. Охраняется все, и вдруг один террорист, зонтик у него с собой, пляжный зонтик, а там автомат. И он к пляжу подплыл и начал расстреливать. 38 человек сразу убил и 40 ранил. Одна российская туристка. Вот и все. Мы-то вышли, какая у нас тут... ни пляжа, ничего нету. Мы все живые. Ты хотел бы, чтобы оттуда гробами везли? Нет, в основном это английские оказались. И ввели чрезвычайное положение на 30 дней. Взрывы непрерывно, убийства. Почему? Нет веры в Бога. А где вера в Бога, там страх перед Богом. И ты будешь доволен тем, что у нас есть. Вот показывает акула, купается, и акула только, или касатка схватила, а женщина стоит фотографирует его. Мужчину-то. И в это время касатка, а где там веста, может, больше, около того. Она его схватила сразу под воду, и больше она не... У нас этого нету. В другом месте показывает крокодил, захватил и под воду. Он говорит, я смотрю, сын плавал, нигде нету. Вот под воду, а он его уже грызет там. Но он его схватился с ним, и мужчина-то без руки откусил ему руку. Но все-таки сумел спасти. Наш Бог милует, у нас все есть. Полная тишина. Знаете, Тихонович. У нас не ядовитые змеи нету. Знаете, Тихонович. Все. Так, что, Ваня? Да такие куб настоящие. Купно, то есть вместе. Купно. Совокупно. Мы же говорим. Ну да. Вот совокупно. То есть вместе. Это старинное, сохранившееся в русском языке слово. Это не то, что анахронизм какой-то. Все понятно. Прочитали вот это, другие посмотрят. Ты желай иметь порядок, и он будет. Желаешь. Никогда не позволяет вступления даже в малом, потому что перед Богом. Самое малое упущение перед Богом, ну а подумаешь, не так он сказал или сделал, имеет значение все. Иначе Господь бы на это не указывал. Господь указывал. Ну а ребенок не обрезанный. Ну и что? Да изничтожится. От Бога. Ну а великое ли дело, я пресный хлеб ем или квасный? Где будет квасный хлеб? Да умрет. Господи, да это же жизнь целый квасный хлеб. Что сравнивать? Тебе не надо рассуждать. Бог убивает. Человек в субботу пошел щепки там собирать, сучки. Его взяли. И он был убит по повелению Божию. Нам не надо рассуждать, великое, малое. Бог повелел наши православные правила, их надо соблюдать. Не соблюдает, почему люди страх Божий потерян? Понятно? Мы сейчас зайдем в Бога, мы правила прочитали. Так, Игорь Глушков, вопрос. Ты как-то тянул провода на съемку, у нас готовится крещение. Ты не мог бы это помочь нам, провода как-то, чтобы оттока был, иначе не хватит батареек? А там обрезано, а? Прервано. Нету. А что отрезано? Ну, трасса разорвана. У тебя разорвана или у нас? У меня. У тебя, а то у нас качает насос-то. Ну, у вас же к столбу-то есть запитка? У нас до моста доходит, и все. Ну, это надо удлинителями собирать, и все. 2-3 удлинителя. Мы думали, что у тебя как-то что-то отдельный провод ты тянул. Нет, я тянул, но я его обрезал. О-о-о. Он обрезан. Значит, отпало. Ну, удлинители надо. 2-3 удлинителя, и все. Так, храме не оглядывайте. У меня удлинители 10 метров. Батюшки, нет, служба очень короткая. Меньше часа.
15, 1 минута, еще сейчас 1 минута, и уже заходим. Встали на свое место, полная тишина. Андрюша, смотри, где у нас 5 невест? Подойди, не оглядывайся. Иначе тебе придется у крапивы стоять и не оглядываться. Там будешь стоять целый час. Один будешь стоять и не будешь шевелиться, а за тобой будут смотреть. Если будешь шевелиться, опять сюда прибежал, опять все пропало по новой. Мы знаем лекарство, какое тебе нужно. Ты, парень, на этом деле-то погоришь, тебя спасать надо. Какие у вас были скорби, печали, все оставить здесь. Поблагодарить Бога, что мы живые. Милости просим. Так, быстро заходить. Не оглядывайся и никого руками не хватай. Проходи. Ставим все для молитвы.